деревья тут красивые, разноцветные. Ну, как тебе сказать, вот эти вот красные, они да. Везде, да. Это красота, это. Некоторые, вот прям плантация, метров 150-200, угу. Вот это едешь, и красота такая. Вот. Тут, конечно, вот это вот горы, карликовый лес, угу. Не особо так. Но внизу достаточно, чтоб вырос, чтоб чернозем там, все же стекает туда. Я снимаю постоянно. А? Понятно. И выкладываю сразу же. Ты вот сюда поставил поближе и не дергал его на голову. Вот эта съемка будет. До моря еще спускаться метров 300 отсюда. Да? Да. Горы. Потухшие горы. Рыбы сейчас есть. Ну так. Красивые места. Очень красиво мне нравится. Всегда еду, любуюсь. Приятно. Я в следующий раз думаю на велосипеде поехать в Крым. Да, это существенно. Ни от кого не зависимый. Там едешь, где хочешь, остановился. Там это, оставил велосипед, пошел в горы. Ну, в смысле, в горы. Это Москва. Ну да. Не подмосковная область. Вон классная. Москва 777. Только все. Вон церковь построили тоже недавно, батюшка. Маленькую. Вон он, видишь. Вот. Так автобус шел, его скомкало, елки-палки. 23 человека это в море. Погибли все. Четверо взрослых вместе с шофером и дети, естественно. А памятник. Привез до судака меня человек прям. Теперь я спокойно могу поехать. Сегодня я уже буду на Меганоме. Сейчас куплю что-нибудь самого дешевого себе на 3 дня и буду жить. Здесь виноградники. Вот такие пейзажи у них. У них постоянно красивые пейзажи. А здесь красивый дом. Мне сейчас до автокассы, а она вон там рядом. Но сначала за метров 100 схожу, воды куплю. Хлеба вот 2 булки взял, я не знаю, наверное, 3-ю булку. Да, 3 булки хлеба возьму. Каша есть, каша. Мне буду каша медом питаться. И чай пить. Мы в судаке. Мне осталось доехать и все. Уже вечер. Я, видимо, уже потемну дойду и поставлю палатку. Да, киси. Уже закат, я уже по темну попаду. Там уже видно закат, все светится. Я в судаке сижу, 7 километров осталось до Меганома, и я не могу выбраться. Я бы пешком пошел, но, увы, я намокну. Котик, смотри, смотри сюда. Крутой котик, маленький крутой котик. Да, котик, ты крутой. Рыжик. Что ты, рыжик, делаешь? Посмотри в камеру, рыжик. Судак.